Синий флаг, синий флаг, ты не слышал, нет? Сейчас прям так с раскачки боком. И мы пойдем, блядь, мы поедем и помчимся. Давай-ка чикарим, блин. Вот это брутальные гонки, я понимаю. Здорово, дамы и господа, с вами вновь Sony. Это, как там оно, FIA European Truck Racing Championship. По-моему, как-то так длинное название, блин, нигде логотипа не вижу, да и похер. Короче, мы продолжаем зажигать эти грузовичка. В прошлый раз, как вы помните, мы там поражали нормально так карьере в лицензиях, которую я там прошел все на золото. В принципе, ничего такого особого было. Ну, а сегодня мы уже поедем первый чемпионат. Тут два варианта. Кубок мира и либо ETRC. ETRC более такие веселые машинки, я так понял. Сколько? 100% гонщики должны пройти каждый круг. Это сколько вообще? Вот могли бы описать эту сложность. Не, новичок не то. Профи. Давай на профи поедем. Давай попробуем, не знаю. 50% трассы. Короче, похуй. This is the dashboard, where you'll be spending your time in between races. The garage is where you'll repair parts and upgrade them to increase performance or make them last longer. But you'll first need a full season contract before you can do that. The calendar is where you'll view upcoming events and available contract offers. In the standings tabs, you can view the race results and leaderboards. And if you'd like to review your contract, go to the team tab. Head on over to the calendar to proceed to your first race. Где, блядь, команда? Я вижу календарь, тут статистика, отмена контракта, отмена текущего. This is the calendar. Here you can Нюрбургринг, пацаны, Лиман есть трек. From one of the available weekends to get your racing career started. Да у нас, вот я смотрю, горяченько-то. А это, наверное, это GP-шный, тренировка. Только тренировка? Ну, поехали, короче. Причем, смотри, в загрузке сейчас нарисован дождик. Видать, тут даже погодные условия есть. Я хер его знает. 3,6 км, это точно GP-шный Нюрбургринг, но... Раунд 1, Нюрбургринг. Еще и дождь таки. Слушай, а это прям как Forza Motorsport 7 напоминает чем-то. Да, реально, чем-то похоже. Короче, поехали, пацаны. 6 слов, это что происходит вообще? Тренировка, а просто тренировка. Ну давай кружок вольнем сейчас. Бум, бум, бум. Нет, у тебя картинка не зависла, это она у меня зависла, блядь. Ни разу не баганная игра. Так, это все хорошо, красиво, там все дела, но поехали. Я не удивлюсь, если сейчас она опять зависнет. Еще руль ходуном ходит. Это такой прикол. О, не зависла. Вообще не понимаю машину, я ее просто не чувствую. Я как будто в мыле каком-то еду. Ой, блядь. И она опять зависла. Мне знаешь, что стало интересно? Я могу эту ебучую тренировку вообще пропустить? Я хочу покинуть тренировку. Все, потренировались, пацаны. Вообще заебись. Чего, блядь? Нюрбургринг что, закончился? Это только тренировка была? Тренировка, гоночный уикенд. А, поехали на гоночный уикенд. Что мне ваша эта тренировка? Each team has different standards это понятно, что контракты. So they all offer different contracts. Contracts have different endpoints. Some races can be spent on repairs and upgrades. The higher the reputation awarded, the more demand consistently meet your team's objectives and have enough. If you fail at either of these, your contract will be terminated. Keep the most. Как ты за**л меня, пиздец. Ой, все хорошо. Контракт, что там у нас? Цель 11. Цель 10, они недоступны. Выбери контракт. Столько выбери контракт, и они все недоступны. А нет, вот есть два контракта. Три. А, понял. Прибыль. Они ни не отличаются. Мы ищем нового члена, хорошо. Мы свяжитесь. Они вообще ничем не отличаются. Просто цель 11. Что мне нравится больше? Мне... Давай, пусть будет вот это. Congratulations on signing your first professional contract. Да хватит пить. Ну, ей-богу, поехали уже, господи ты боже мой. Мизано, World Circuit, Италия, Мизано, Мизано. А, это ж в АЦЦ этот трек есть, да? И нихера не, да? Похер, траектория мне поможет. Сейчас затащим. Цель 11 заехать, да? Не, ну заставочка такая, прям, ничего. О, ты смотри. Даже пока там было видно, даже треки, по-моему, что-то в России было или мне показалось? Наверное, мне показалось. Мизано. Ну, поехали. It's finally the race weekend. Each day begins with a practice session. Followed пацаны, by qualifying.
If you get through qualifying, да ну you go to the super pole. Квалу поехали, гонку поехали, to the race. Все, мы ж, Here блин, you can make some онлайне. Tuning changes to your truck. Check the standings, repair your parts, Ой. And check the rules. Repairing, Сука, это симулятор балабола какого-то. Я уже заебался его слушать. Монолог это, да, удачи, пока, иди нахуй, я поехал. Можно пропустить, покинуть это, покинуть совсем будет. Это еще тренировку ехать, ну это такое дрочево. А что в зеркале такое мыло? Жуткая. О, а что за фура такая? Она другая какая-то, я смотрю. Ну давай попробуем, блять, это еще тренировка. Да, это тут как тут пицца тормоза, спасибо, хоть подсказывает, блин, когда там они в перегреве. Что по сложности интересно? Мы тут с профити погоняемся, все дела. Видать, я думаю, что охлаждение тормозов – это часть, блин, этой культуры гонок на траках. Тут надо вовремя, если в газ пускать. Слушай, а если скидывать эту водичку лишнюю? Машина же легче становится, правильно? Или тут это вряд ли реализовано? Сколько я везу, интересно, там веса? Ой. С тормозами не ясно. Тормозные точки здесь нужно подбирать, потому что траектория вообще привирает. Не, ну графончик мыло только, блин, практически как в АЦЦ. Все вот этот мельтешит, раздражает. А так в целом вроде бы не все так плохо. Перегрев тормозов. Спасибо, что сообщаешь мне. Так, машина тяговитая, правильно? Вытащи. Во, бустанула турбо и понеслась. Одного круга хватит мне на тренировке? Или сколько это все длится? Весь этот кошмар. Передачи бы подлиннее. Вот это было бы неплохо сделать. Боже, как это все непривычно. Быстрее можно. О, бочком пошла, родима. Что-то траектория вообще не оптимальную показывает. Траекторию. От слова совсем. Здесь, наверное, можно доставать мой этот 35-сантиметровый классический руль, чтобы брутальнее смотрелся. Ой, я чуть за пределы трека не вылез. Ладно, какое-то время там поставлю. Десятку, может быть, и заеду, а может быть и нет. Все, пацаны. Еще круг два. Да ну нахер, сколько он будет длиться? Да, тренировочный покинуть. Не хочу я ехать тренировочный заезд. Во. Now it's time for qualifying. Квалификация. Try to set the fastest lap you can. Да, ты опять будешь мне рассказывать за спасибо. Я уже горю, блин. Еее, здорово всем, понеслась. Сейчас квалифицируемся, наверное. Зашибись, круг проехал. Похер, с первого как проеду, так и будет. Опа. Остался один круг, а ну еще проеду. А, все, проеду. А покинуть? Меня харит. Ждать что-то там. У моря погоды. Все, пацаны. Давай смотрим, что по результатам. Qualifying is over. And now it's time for the first race of the weekend. Do your best and enjoy it. Good luck. Я ж поставил время, и мне ебало доезжать дальше. Нахуй я должен тратить свое время. Алло. На игроделы. Что-то я сгорел. Давайте я всех выпьем сейчас. Где там, блядь, ваш сатана? Бойтесь, эту машину. Последним поеду. Ну, у меня цель 11 приехать, да? То есть предпоследний. Нахер там, правда, вы угадали. Смотря сколько гонка будет длиться, вот в чем вопрос. Так, и вон он я. На чем я там еду-то? А, 12-й, 3 шестерочки. Хорош. Прикольно, да? О, смотри, как я уже там прилип кому-то. Уже как быдло ведемся. А куда это? Это что, пейскар? Пейскар, что ли? Что происходит?
давайте уничтожим их всех, сука. Как тут с контактом? С контактами. Ой, блядь, вот это старт был. Уничтожитель просто от бога. Не с той передачи стартанул еще и за***ц. Шо, пацаны? Не ссы, подруга. Меня тут выдавливают, мы тут прорываемся. Осторожно. Столкновение. Предупреждаю, что осторожно. Ну давай, кочегарим, блин. Вот это брутальные гонки, я понимаю. Шевели болками, с***а. Давай, блин. Это профи, если чё, стоят. То есть максимальная сложность этих. Долбоящера. Сколько кругов? 12 кругов. Но за 12 кругов у меня жопа сгорит, скорее всего, от этой машины. Не рыпайся, братанчик, не рыпайся, все хорошо. Слипстрим, есть что? Эти тормозят плохо, я смотрю. Давай третью на выход. Вжариваем. Тяга, 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 поймал. Пушим, пушим этого ублюдка. 12 кругов, мать твою. Как он атакует? Надо воду поэкономить. С небольшой пиздюлинкой, но ничего страшного. Овертейк случился. А за тормозами надо как-то... А чё он так тащится? Чё они так тащатся? Пацаны, вы чё, педаль газа потеряли или чё с вами? Ой, у меня в противоположную сторону кнопки... Ой, блядь, столкнулся там. Куда тебя расколбасило? За что мне штраф? За то, что этого мудака расколбасил, он впендюрился? Слушай, ну это прям как в ГТСе практически. Да, блядь. Ну, едем, блядь. Ну давай, поехали. Шестую впихнул, все, теперь с шестой стартанем сейчас. 3-2 раз, понеслась. За столкновение тут, короче, больно. Так 5 секунд штрафа дают. Причем, блядь, мне дают штраф, а им дают, интересно. А что это он так весело погреб? Я что, так рано притормозил или что? Овертейк-то овертейк. Перегрев тормозов, да? Где они там перегрелись? Я тут суюсь, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Нормально. Вижу, водичка там течет уже со всех русел. Че бы я так тащился, сука? Замедляешь меня. Тихо. Боком, боком, боком. Расколбас только не получить. Нет! Все, пукан охладили. Восьмую вкочегарили и поехали. Я за ним ебаться. Эти машины такие неповоротливые, что пипец. Все равно суюсь за ним. Да закрой рот, блядь. Ставите какое-то говно, а не тормоза. Перегреваются, блин. С первого же поворота, тихо. А ну подвинься, ублюдок. Ой, блядь. Господи, боже мой, вот это зашквар, пацаны. Восьмая позиция. Блять. Че он так таскается, этот грузовик-то? Так, вода пока есть. Самая веселая, наверное, начнется 12 кругов. Когда водичка закончится. А она может закончиться неожиданно. Или тут как-то пит-стопы надо ехать, я не знаю. Смотри, понеслась там кто-то. С дымком. Водичку надо рассчитывать и экономить. Но... Ну ты п***сина, блин, ну давай шевели ты своими поршнями ленивыми. Чё, прошел, прошел. Чё быкуешь там? За пределы не вылетели, нормально. Шестой позишн у нас. А тройка лидеров уехала, у меня лобаж в говнище, я смотрю. С повреждениями едем.
странная траектория у пацана. Третью, давай, давай. Блин, он мутный вообще этот Нейвека. Мудозвонище. Ух, повезло, разъехались, отлично. Как вот это пережить, чтобы этого не случалось? И не надо меня подпирать там. Я на этом времени потерял просто катастрофу, господа. До упора руль практически. Ебеням восьмую, пятое место. Окей. Чувак там лидирующий, если очень далеко уехал. Че по топливу? Или тут проблема только с тормозами? Топливо это не проблема. Вода в конце концов. Это точно проблема. Я боюсь, что на 12 кругов ее может и не хватить как бы. И что делать тогда? Чего? Меня что, атакуют? Я смотрю, у меня такой полезный инженер. А ну понятно, тёлка, видать, не шарит там нифига. Третью вхерачиваем. Мне интересно, если бы я доехал квалификацию, какое бы у меня было бы место? Так, до 1000 градусов похер, поэтому валим, да, правильно? Надо воду экономить, серьезно. Только второй круг. А я ее уже израсходовал, блин, и нет. Выше передачи. Опросится. Я так мегусика притормаживаю, вы себе не представляете даже. Третья. Не надо вторую. На второй слишком нервная машинка. А тут сейчас турбо раздуется, вот она уже раздулась. И мы пойдем, блядь, мы поедем, мы помчимся. Куда-нибудь там в стеночку. Твою мать. А, хорош. Догнать и уничтожить. Ублюдка, блядь, лидер очень далеко. Непонятно, сколько секунд до него. Но он очень далеко. Раздуваем турбо. Волокующийся. Едешь же в траектории прям. Вот-вот просто не в два, не в полтора. Съебь там уже и сиди не выё, блин. Вот есть он там? Стрелка. Он стрелка показывает, что он там есть, как ублюдок. А теперь просто хуй знает. Тихо-тихо. Срывает, пипец. Четвертое место, ребятки. Тут рукой подать до подиума уже. Едем на следующий круг. Бойтесь, ублюдки. Чем больше кругов, тем вам хуже. Да блин, он далеко пипец. Господи, в зеркалах ну дикое мыло, правда. Зеркала пока что это прям самая жопа. И херовое сглаживание. Спрей ваты. А когда вода закончится, я еще раз повторю этот вопрос. Вот она почти до половины дошла. Надо как-то мягко рассчитывать тормоза, я не знаю. Вот мне реально интересно, что будет, когда закончится вода. Что будет? Все, сход. Мы сошли, мы приехали. Не буду охлаждаться водой. Вот здесь, пожалуй, только. Хочешь докрутить речи, впихни, блин, шестую передачу. Ну, в смысле, типа вторую. По факту их, можно сказать, четыре здесь. Не ввальнешь, блин, а то вылетишь. Баранкой надо маслать просто по страшной силе. Что-то я смотрю, ты разогнался там хорошенько. Они, если пшикают, не на каждом повороте, видишь? Он сейчас не пшикнул. Что с повреждениями мы делать будем, интересно? Как это вообще? Что-то минусанет мне там репутацию, я не знаю, лавандосик, что-нибудь, перегрев тормозов. Все, есть перегрев, тогда я охлаждал. Вон он сейчас охладился. И вот тащится, ублюдок. Ну что ты тащишься? Ты что, педаль газа потерял?
Ой, блядь, сейчас мы как... Иди нахер, блядь. Нахер сказал. Чуть не столкнулись, короче. Я попробую, конечно, но он прям так овертейк сейчас делает, что капец. А вот это было стрёмно, но мы тормозились. Плавненько с газом, и все равно нужно, блин, руль в противоположную сторону. Ловить это корыто, блин. Пацаны, я еду по вашей душе. По вашей мерзкой душонке. Нет, 12 кровь слишком много на этих фурах. За***ться можно ехать. Надо делать 50%, наверное. Вот это было бы в самый раз. Вот 50% в самый раз. Сейчас я их догоню. А я их догоню. Это уже вопрос просто времени, судя по всему. И что дальше? Чем мне дальше себя баловать? На максимальной сложности этих грузовичков. Конечно, может и не догоню, не знаю, потому что лидер пока перчит, так неплохо, я смотрю. Тормоза, если очень неохотно так охлаждаются. Да где ты там видишь перегрев? 600 градусов, там до перегрева еще. А вот тут можно уже и подсыпать воды. Давай, турбинка, я в тебя верю, раздувайся. О, хорош! Иди... Сейчас догоним. Вот это спорт для мужиков. Чё, опыт там? Чё он хотел меня? Вот, вторая дорулили, третья, будем называть их так. И покачигарили. И главное сильно не закидывать. Сильно начинаешь руль перекручивать, боком становится, зараза. Весело так. Третья, сейчас турбинка, сейчас поддует. О, дует, сука. Эти тут ссут, а я атакую. Я думаю, что мои спонсоры должны быть в восторге. Можно было бы и пару штрафов получить на 5 секунд и уехать от них. Правда, что-то напрямую тут они перчат, так добрячие, смотрю. Давай! Что, нервничаешь, братанчик? Я бы тоже нервничал на твоем месте. Перегрев тормозов, блядь. Основная сложность здесь реально, когда ты в мясе где-то сзади. Но тут же можно квалифицироваться на полпозишн. И просто ехать всю дорогу одному. А ты что так замедлился, а? Не, правда, что так замедлился? Или это слепстримом каким-то волшебным так подлетел к нему? Догоняем. Все, пацаны. Мы на лидирующем месте. И вот вопрос, что дальше? Просто ехать, да? О, у меня турбина устала, кстати. Я смотрю, у меня турбо стало оранжевое, ты видишь? Или это шины? Шины. Под ними турбо написано. То есть шины изнашиваются тут, да? Перегрев. Сейчас охладим. Все же середина гонки и пол запаса воды. Ну я от них правда уезжаю, блин, ну и чё? Какой смысл с этой игры? Онлайн, интересно, тут есть? Может быть, пофаниться в онлайне вот это можно было бы устроить. Правда, кто ее покупать-то будет? Вот в чем вопрос. Только наркоман Сончик может себе позволить купить такую дичь. Дальше можно просто на расслабоне комфортно себе ехать. Правда, вот шины желтые. Что-то меня... Так это, я не вижу, чтобы тут где-то был датчик фуил топлива. Стоп, заехать можно, мы его даже тренировали, но нужно ли? Судя по шинам, может быть и нужно. Надо следить за лидерами, насколько они отвалятся, не отвалятся. Какая-то инфа будет, что кто-то будет заезжать на пит-стоп, интересно. Keep your brakes cold. Remember to
Если нужно заезжать на пит-стоп, то я тогда очень зря парюсь с экономией воды. Стопудово можно было бы шпарить прям везде и всюду. Охлаждать идет. Прям тормозишь и сразу водой поливаешь. Просто на автоматизме, так сказать. Но непонятно пока, как это все тут происходит. В гордом одиночестве, пацаны. Дальше пилим. Правда, сейчас не удивлюсь, если в конце вдруг выяснится, что что-то пошло не так. И меня дисквальнут. Давай, вторую. Или меня развернет сейчас. Такое тоже возможно. На этих корытах забавных. Уваливаем на тапку в пол. Можно и понаглеть. Сколько интересно отставания? Где время вообще? Тайминг какой-то. По карте там пипец. Они сзади от меня черти знает. Их даже не видно. Вон они аж не выезжают. Ой. Ой, блин. Предупреждение. За шо? За этот маркер штрафной. Короче, кону сбил. Боже, как шины медленно остывают. Просто пипец. Тут, походу, все завязано на этой воде. Просто как дрифтун какой-то влетаешь в повороты. Забавная дичь. О, круговые пошли, пацаны. Ну все. Значит, теперь не все так грустно будет. Сейчас будем развлекаться с круговыми. Ай, блин, хочется следующего. Какая... Что с тобой не так? Хотел впихнуть пятую передачу, которой тут, конечно же, нет. И он потом не возвращал мне мою восьмую, четвертую. Если пошли круговые, то, может, все-таки есть пит-стоп? Я стремаюсь с него заезжать. Не хочется всрать сейчас все. Неожиданно так. Если можно без пита. Без пита, в принципе, доехать можно. Вопрос только по шинам. Правда, ты знаешь, мы вот стартанули, сейчас едем. Шины вроде бы оранжевые там, или это не поврежденные, не знаю. А я разницы особо не ощущаю. Фура вполне себе такая привычная. О, пошли пацаны там. О, да тут прямо все хорошее такое жогово. Так, что-то тут пошло не так совсем. Главное, чтобы моя жопа не перегрелась. Если кто-то, блин, из-за кого-то гонку я всру. Если это, конечно, можно гонкой назвать. Синий флаг, сука. Синий флаг, ты не слышал, нет? Ебанько, блин. Ну, сука. Догнать, ублюдка. Смотри, блин, поперчил вдруг неожиданно. Ой, да, замечательно. Дай мне какую-то команду, блин. Что там, пора на пит-стоп, я не знаю. Или не надо на пит-стоп. Тут какую-то инфу. На прямой валит? На поворотах не валит. Я понял. Блин, а лобаш еще больше паутиной покрылся. Еле удержал. Я уже начинаю привыкать ко всему этому безобразию. Сейчас прям так с раскачки боком. Я ж первый. Круг восьмой. Тем временем. Вот эта траектория, блин. Смотри, а этот черт просто мне слип-стрип как будто дает. Ну давай, давай. Все, мы с тобой попрощаем. Опять будешь тошнить, да? Будешь тошнить, я понял. Синий, блядь, флаг. Нет, не слышал. Может, конечно, тут у грузовиков не бывает такого понятия. Но я что-то в этом сомневаюсь сильно. Хотя быть круговым с такого малого количества кругов, то надо быть тем еще лошарой.
Нормально, давай вторую. Чтоб оверстир поймать. Хорош. А шины как были оранжевые, ни хрена не меняются в этой жизни. Ладно, главное, чтобы они там не покраснели, не знаю. Ой-ой. Им не поплохело, что я в поворот не попал. Меня утомило ехать в гордом одиночестве, короче. Все, господа, последний круг. Перегрев тормозов задолбало. Воды у меня с запасом, шины все так же оранжевые. Наверное, их просто повредил где-то, да и все. Это вряд ли износ. Был инцидент, меня развернуло. Разочек другой. Потому что я тут уже экспериментирую с этой машиной. Что взять, что нельзя. Смотри, вторая передача, пукс. Сразу третья. Это такой режим дрифт, понял? То есть едешь, едешь, тебе нужно довернуть машину. Вот здесь меня разворачивало. Нужно довернуть машину. Просто впихни, поддай ей шестую передачу, но по факту вторую. И все будет. Хорошо. Отрыв там просто космический. Сзади какая-то машина едет. Меня когда развернул ко мне подъехал вплотную. Я хер его знает. Это мой этот самый соперник, с которым второй идет или нет. Уж непонятно. Никакого времени. Отрыв, не отрыв. Сколько отрыв там. Ну, ничего такого нет. Вот. Мы просто едем себе. Хрен пойми, где мы. Хрен пойми, нахрена мы вот так вот и живем. Я ловлю себя сейчас на мысли, что проект вообще проходняк. В это можно ездить, если опытный игрок, то в это вообще нихер особо ехать, чё. Либо если ехать, то пол дистанции, то за пол дистанции с последнего места квалифицироваться не надо. Надо как Need for Speed. С последнего места пробиваться на первое, вот то, что доктор прописал. А так, нихер тут чё ловить. Все, осталось пара поворотов. Почти что проехали. Лютая дичь, короче. Которая, судя по всему, у меня будет на два раза. Вряд ли она вам зайдет. Я сильно наперед снимаю это видео, но я что-то сомневаюсь. Что эта дичь способна кому-то зайти. Теперь вторую. Третью на выход. Ай, блин, надо было докрутить. Рано хлестнул. Ошибаемся чуть. Да и пофиг. Плавненько вытапливаем. И вроде бы звук прикольный, графон, ничего. Но сложность искусственного интеллекта оставляет желать лучшего. А без этого тут ездить... Ну что, если бороться не с кем. Смысл в этой есть. По графике, не знаю, сглаживание бы, конечно, подкрутить, потому что все мельтешит, вот едешь, я такое репит все такое. Первое нахрен место! You can see each driver's position and the points they earned in the race. Congratulations, first place! А надо было десятое. По контракту. Ох, ачивок насыпали там, пипец. Нас не догонят, чемпион. Как-то там этот трек, Nissan или как. Да, прикольно. These are the current driver standings. Here you can see where you are in the standings compared to the other. Ты мне серьезно бы я не могу это промотать. Так, а вот он я в каком-то шлеме рандомном. EK Truck Racing команда. Адский пилот. А где, блядь, эмоции, ура, кубки, шампанское, все просто стоят там что-то. Рыпаются там, дрыпаются, короче, понятно. Это все эмоции, да, пацанов? Могли бы шлемы снять, что ли? Well done on completing your first race. Your professional truck racing career has officially begun. Гонка 2, блядь! Go on to the next race. Гонка 2, вы серьезно? Да ну нахер, блядь! Еще 12 кругов! Да, я хочу вернуться. Ха-ха, короче, господа, какая-то мутная вообще дичь происходит здесь. Скажу я вам, однако, настройки опыта. Вот, вот так надо ехать, а если тут по две гонки. Вот так можно квалифицироваться. Профи, новичок, опытный профи. Они такие профи, как и я. Такое. А он Мизана, первое место у нас уже кубок один. А вот тебе и треки, кстати. Венгрия есть, Джарма, Испания. Первый знает, что это Лиман, Франция, прикольно. Интересно, Лиман, вряд ли там будет все кольцо прям. Мост Чехия, кстати, в рейсруме этот трек есть чешский. Нюрбургринг, Словакия, ринг, прикольно. Золдар, Мизана. Все, 6 треков получается. Я больше ничего не вижу, тут просто поклоться. Все, только назад. А, 8 треков, простите. Такой, отмена контракта, гараж. Чините, улучшайте, пока гараж закрыт. Короче, пишите в комменты, как вам эта дичь. Давайте так. Поскольку эта дичь редкостная, 4000 лайков, и я снимаю еще серию. Не будет 4000 лайков, больше серии не будет.
Так-то можно в это поиграть, если уменьшить количество кругов, чтобы было хоть как-то веселее, бодрее, когда нужно пыжиться и стараться выжимать какой-то максимум из машины. А 100% тут дистанцию ехать вообще не нужно. Ну так по фану вроде бы забавно. Короче, 4000 лайков и будет еще серия. Все просто, господа. Все в ваших руках. Нет, так нет, как говорится. Спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые серии. Тыкайте в колокольчик. Конечно же, если на него не нажать, то, блин, вы сами знаете, не будет отображаться. Не всегда будут отображаться в уведомлениях видосики. С вами был Сони. Хорошего настроения. Давайте, пока, ребят. А начало. Да, шестой в этот раз. Нет, в этот раз мы с шестой стартанем. Господи, какая бакханалия тут происходит. Big Ben Interactive, остановитесь, блин.